В налоговых инспекциях Чувашии пройдут традиционные дни открытых дверей для налогоплательщиков по вопросам уплаты имущественных налогов за прошлый год. 18 и 19 сентября жители Чувашии смогут подать заявление об уточнении сведений по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, указанным в пришедшем налоговом уведомлении. Налоговые инспекции будут работать с 8 утра до 8 вечера в пятницу и с 10 до 3 часов дня в субботу. Инспекторы проверят данные, на основании которых исчислен налог. В случае необходимости будет сформирован запрос об уточнении данных в регистрирующие или иные органы. Все желающие граждане могут прийти в налоговую инспекцию, где им подробно будет рассказано о том, кто и когда должен уплатить имущественные налоги, о том, какие ставки применяются и какие льготы в каждом конкретном муниципальном образовании. Кроме этого, все граждане смогут воспользоваться электронными сервисами, которые расположены на сайте Федеральной налоговой службы. То есть им будет предоставлена возможность зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Этот сервис позволяет гражданам получать налоговую уведомления в электронном виде, оплачивать налоги в режиме онлайн, также просматривать информацию об имеющемся у граждан имуществе, актуальную информацию, обращаться в налоговые органы в электронном виде, ну и много другое.